Валерия вписала летние джинсы в осенний образ. Звездная блондинка уже как-то признавалась, что ее любимые занятия – это достать из гардеробной все вещи и приняться за составление луков. А потому Валерия всегда отшучивается на замечание, что у нее много вещей. Сама знаменитость уверена, что просто умеет правильно их компоновать. На днях же звезда сцены продемонстрировала, как сочетать летние светлые вещи с сезонными тренчами и полусапожками. Белые джинсы и хлопковую рубаху та умело вписала осенний лук, накинув на плечи яркий тренч и полусапожки на шнуровке. Дополнила образ спутница Иосифа Пригожина броским аксессуаром – замшевой сумкой, которую предпочла нести в руках.